Уважаемые студенты, коллеги, Калужский штаб уполномоченного по правам студента организовывает социологический опрос. С какими проблемами сталкиваются студенты в Калужской области? В Калужской области очень много молодых, талантливых, энергичных людей, которые хотят реализовывать свои гражданские просветительские проекты. Но на стадии реализации данных проектов молодежь сталкивается с определенными трудностями. Я прошу вас не оставаться в стороне, а поставить галочку за тот либо иной вариант ответа, либо в комментариях указать свой вариант ответа. Только сообща, выработав определенную концепцию данных проблем и выявив их, мы сможем их решить. Не оставайтесь в стороне, голосуйте, увидимся.